вам запомнился мэр Кременчуга Олег Бабаев? Хороший человек был. Всегда можно было как бы обратиться. Или обратишься, он разговаривал как нужно. Не то, что я такой себя ставил. Простой человек. Нормальный, хороший человек. Жалеем, сожалеем. Душа болит и плачет. При Олегу Бабаеву почала розвиватися молодіжна політика, він дуже багато уваги приділяв молоді, зробив багато для нашого міста, місто стало чистішим, в місті стало добре гуляти, можна було сходити на різні заходи. Він був молодіжним, дійсно, справді молодіжним мером, приділяв велику увагу спорту, молоді, завжди спілкувався і... Знаєте, напевно, найдужче те, що він був простою людиною. Його завжди можна було знайти гуляючим у сквері без охорони або побачити в магазині. Тобто він був простою людиною і для нашого міста він зробив дуже багато. Олег Бабаев мені запомнився іменно своїм менеджерством, роботою в місті, що дійсно це настоящий хазяїн, дійсно це людина. Ну і в кінці кінців, ну, это руководитель высшего класса. Я его знаю с 2002 года. Два созыва был с ним депутатом горсовета. Поэтому я буквально знаю его как человека только с большой буквы. И царство ему небесное, конечно, эта весть шокировала не только меня, а шокировала, я думаю, весь наш город. Это вызов нашему городу. Ну, первое, что хотелось бы сказать, это человек, который очень любил жизнь. Это человек порядочный, интеллигентный, хороший друг. Он очень любил свою семью. Очень хороший хозяйственник, просто хороший человек. Высококлассный специалист. Вот. И нам будет его очень-очень не хватать. Олег Мейданович Бабаев. Это история для Кременчуга. Я работаю главным врачом санэпидстанции Кременчуга. Могу сравнить, в каком состоянии был мясокомбинат, когда он пришел на должность директора, и какой он стал потом. И могу сравнить и другое, какой был город до его прихода, какой стал с ним, цветущий в цветах, деревьях. Он говорил, ничего, что кто-то сорвет цветы, мы новые посадим. Кто-то вырвет деревья, мы новые посадим. Он брал лопату и садил со всеми, ходил на субботники, сажал деревья. Ну, то, что он сделал для футбола, тоже ни для кого не секрет. Президент клуба «Кремень». Вот, и все, конечно, очень скорбят за теми событиями, которые произошли в нашем городе. Это просто шокирующе. Кто это мог совершить, такое зло, мне очень трудно сказать. И я глубоко по-украински сумую за смертью Олега Мейдановича Бабаева. Прежде всего, большим уважением к друзьям и соратникам и большой любовью к городу Кременчугу. Человек, который всегда стремился к идеалу во всем, в делах, в отношениях, в поступках. Очень запомнились наши совместные переживания за Ворск, за футбол. Очень запомнилась его большая любовь к футболу. И это все вместе связано, невозможно выбросить из жизни. И это очень большая утрата, очень большой шок. Олег любил и мог обеспечить в городе порядок, это правда. Ну и скажу откровенно, что именно с ним связана относительно стабильность в городе. Стабильность связана с тем, что мы все-таки без серьезных потерь и сверхпроблем пережили и период революции. И период социально-экономического кризиса, который был. Олег Мейданович – это человек, о котором одним словом не скажешь.
Если говорят, что мэр – это должность, а хозяин в городе – это народное признание. И вот посмотрите, и он его имел. Это стоит дорогого. Народное признание стоит дорогого. Это мэр с большой буквы. Олег Мейданович Бабаев был не просто хорошим хозяйственником, действительно хозяин, батька города. Он был настоящим другом и ко всем людям относился с пониманием. Очень большое внимание уделял футболу. Если б не он, не то, что большого футбола в нашем городе не было, он активно участвовал в популяризации массового футбола. Поэтому город еще не осознает, я думаю, какую понес невосполнимую утрату. Человек очень патриотичный, огромной силой воли, организованный. Человек, который любил жизнь, любил людей. В отличие от многих, знал, как делать добро. Я думаю, то, что он оставил после себя, ну, прежде всего в Кременчуге, а в целом в Украине, это большое наследие и память на долгие годы. Кстати, сегодня прощание с ним – это тому подтверждение, потому что весь Кременчуг сегодня здесь. Мы все скорбим очень сильно. Ой, Боже мой! Ой! Ой, Господи! Господи, за что ты меня наказал? За что ты меня наказал? Ой, Боже мой! Ой, Господи, меня с тобой! Что я на тебя забери? Как же тебе?